Всем привет! Вы на канале Татьяна Ковальчук. Хочу показать вам сегодня стеллаж на втором окне. Второй мой стеллаж с рассадой. Что мы сеяли, что выросло, что подросло, что-то уже распикировано, а что-то вот только выросли. Так, ну начнем с первого этажа. Вот здесь второй этаж. Над каждым у меня висит лампа. Такая вот лампа, она не яркая, очень удобная, мне очень нравится. Давайте начнем. Вот от окна растет перец, который уже побольше. Он уже посажен в стаканчике побольше. И подсыпана земелька, как положено. Здесь рядышком разные, и маленькие, и побольше. Здесь томатики. Они росли в стаканчике наполовину с землей. Теперь эти стаканчики я наполнила полностью землей. Сейчас подрастут они и уже перевалю их без проблем в стаканчик большой. Около окна мой перец Тёма, которых у меня 4 штуки. Это не 4, уже в больших стоят горшочках, растут. Вот такие вот пасынки идут. Видите, уже какие большие. В каждой пазухе листьев растут пасынки. Вот у этого посильнее, как бы он маленького роста, пасынков больше. А этот вот побольше ростом, пасынки только начинаются. Этот тоже большой, и пасынки нормальные. Ну и у этого тоже пасынки. Здесь томатики и перчики тоже разных сортов. Вот оранжевая клубника и черный Крым. В этом году у меня много разных видов и сортов. Но по количеству каждого там 1-2. Вот это вот петуньки 2, которые у меня самые большие, остальные поменьше. Например, вот такая. Тоже в отдельных стаканчиках. Эти томатики тоже еще маленькие. Чуть-чуть земельки подсыпала в них. Здесь в плошечке бегония вечно цветущая. Я вам уже показывала такую красоту. Она подросла уже такая хорошенькая. Вот это моя эустома. Смотрите, вот одна, которая большая, я считаю, вот это, да? А эти еще маленькие. Вот розмарин сеяла, показывала, одна штучка. Больше не всходит. Посмотрим, подождем. Если это розмарин на самом деле, а не какой-то сорняк, то, в принципе, хоть одна есть уже хорошо. Так, еще вот такая красота у меня здесь. Кстати, сеяла делосперму. Я вам показывала, я ее при вас сеяла. Делосперма Купера. Это для альпийских горок. Многолетник. Низкорослый. 10 сантиметров всего в высоту. А каждый цветочек 5 сантиметров в диаметре. Такой вот шарик красивый-красивый. И вот посмотрите. Вырос, растет как суккуленты прям вот. Жирненькие побеги, вот что выросло с них. А рядышком пусто, да? Рядышком посеяла вот такую астрочка гном. Но она называется не астрочка, а нациклус. Тоже 10 сантиметров. Эти ромашечки 3 сантиметра в диаметре. Садовый гном. Ну такая красота была бы, но, к сожалению, ничего не взошло. Я так подозреваю, что уже не взойдет, потому что это все было посеяно 5 февраля. Думаю, что уже. Ну, я не трогаю, мало ли что, но не надеюсь уже. Здесь базилик у меня обычный с лимонным запахом. Не знаю, зачем столько много посеяла. Кое-что пикирую, остальное куда-нибудь дену. Так, ну вот это наш первый этаж. На втором этаже здесь у меня растут, что тут у нас? Так, перцы, которые там уже большие. Тоже разные сорта.
крутится она, как эта палка. Так, перчики. Это помидорки, которые побольше. Вот смотрите. Тоже разный сорт. Малахитовая шкатулка. Поцелуй герани, которая подсыпала земельку, рассаживала. Вот так вот они себя чувствуют очень даже хорошо. Дальше там лаванда. Помидорки маленькие. Крайний север, который рассаживала. Здесь лобелия. Лобелия, которая в гранулах я сеяла. Ну, гранулы выросли хорошо. Показать вам. Так вот. Видите, как зашли хорошо. Ну, растут. Лобелия изначально растет медленно. Здесь же стоит у меня термометр мой. Показывает 20 градусов. Все нормально. Так, здесь вот смотрите этот клематис, который я говорила, что буду обрезать. Я его обрезала, зачеренковала, вот рядышком стаканчик салафанчиком прикрыла. Посмотрим, приживется хорошо, не приживется, будет это пока. Я думаю, что приживется, он такой бодренький, я заглядывала, стоит бодренький. Вот здесь у меня растет, вот это петуньки две штучки, а это тоже я показывала в обзоре семян, вот в стаканчиках. Вот такой садовый бергамот, цитрусовый аромат. Описание очень хорошее, я там частично зачитывала. Пряно-ароматическое, красиво цветущее однолетнее растение. Приятный фруктовый запах. Так, лимона и орегано. Вот. Вот такой вот он красивый кустик будет. Отсвечивает, наверное, да? Да, какое-то там солнце из-за туч пробивается. Вот такие три стаканчика у меня. Бергамот садовый. И вот один стаканчик вот этот. Это монарда. Вот такая смесь. Зашла как-то не очень. Вот я все их посадила в один стаканчик. Ну, мне-то хватит. Ну, просто по схожести. Вот это бергамот лучше зашел, чем монарда. Вот такие вот здесь у меня посадочки. Все растут. Солнца за окном у нас не так много. Но лампы помогают, выручают. Пока я думаю, что им должно хватать. Вот такая вот красота. Все растут. Здесь вот мои колиусы стоят. Орхидейку мне подарили на день рождения, в такую красивенькую. Вот. И на фоне этой орхидейки, дорогие женщины, девушки, хочу вас поздравить с наступающим женским днем. Уже совсем скоро-скоро, это завтра. Здоровья, счастья, всего-всего самого хорошего. Будьте счастливы. На этом я заканчиваю свое видео. Всем всего доброго. До свидания.